Ну и какая здесь глубина? Ого. А как мне заезжать потом? Вау, сапог скрывает. Черт. Ладно, рискнем. Обратно выбираться. Черт, дальше похоже. Не хочется сидеть одному на ночь глядя. Придется поворачивать. Решил заглянуть за грибами, заглянуть в лес. Тут канавки сделаны, эти пожарные. Ну и сразу возникло желание пройтись. Думал, кварц. Нет. Да, уже интересно. Ну, очень интересно. Этот карьер все же ближе мне. О, смотри-ка, брусника на горке, на солнышке уже успевает. Вот, пожалуйста, сыроежки, синявки. Обалдеть, как красиво.
Здесь тоже кто-то пробовал. Липовка, так называемый курятник. А здесь вид мелких пигматитовых жил. Когда-то за нора борился один, а растащило вот с тех пор. Здесь так по мелочам что-то находится.